Руководство Евросоюза, члены Еврокомиссии и депутаты Европарламента выразили солидарность с Великобританией в связи с расследованием отравления информатора британской разведки и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Специальное заявление сделал зампредседатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Мы очень озабочены этой ситуацией, теми данными, которые уже есть у британцев. Конечно, Великобритания может рассчитывать на солидарность ЕС по этому вопросу». Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верховстад написал в Твиттере о солидарности с британским народом, подчеркнув, что любое нападение на страну члена ЕС и НАТО является нападением на всех союзников. Депутат Европарламента Найджел Фараж призвал Терезу Мэй провести переговоры с президентом России. В качестве следующего шага она должна попросить Путина о встрече где-то в нейтральном месте, например, в Рейкьявике или Осло, потому что им многое нужно обсудить. Эстонский евродепутат Индрек Тарант поднял вопрос санкций. «Мы, конечно, можем применить финансовые санкции против людей, подозреваемых или замешанных в такого рода деятельности. Думаю, пора над этим задуматься».